Всем привет! Вот смотрите, какая у нас машина. Toyota Corolla, 2008 год. Ну вот, снял задний бампер. Здесь уже вот все вот так. Усилителя бампера нету, даже одного клыка. Этот уже сгнил. Еще раз говорю, машина вроде неплохая. Вот смотрите, сверху она такая добротная, хорошая, аккуратненькая, без вопросов. Вот смотрите ее минусы. Ну, передний усилитель бампера. Там как бы вот он в таком состоянии, но это еще ничего. Дальше снял заднюю защиту. Смотрите, что здесь. Вот такая вот тема. Машина 2008 года, вот сейчас подсвечу, чтобы было хорошо видно. Вот смотрите, какой автомобиль, 2008 год, как тут все, уже все поугнивало. Даже вот эти вот, сейчас я светану, вот смотрите, внутренние арки тоже, все хана тут всему. Все это надо варить с той стороны. Смотрите, с этой стороны то же самое. Даже так вот, чтобы, может, лучше фокус будет. Вот смотрите, вот это вот все попрело. Это, если бы вы понимали, что теперь машины выглядят вот так 88-х, 9-х, 89-х годов. Старые Хонды. Вот у них примерно вот такая же вот система. Но это 2008 год автомобиль. Как бы да, не новый. Но я думаю, еще чуть-чуть и все. Уже придется тут все переваривать. Вот такие дела. Так что, кому интересно, какие-то видео, обзоры по таким автомобилям, подписывайтесь на канал, смотрите. Там еще есть у меня видео, заходите, смотрите, тоже там обзор на всякие машины. Вот такие дела. Всем удачи!